Вы знаете, я не стала его комментировать, все, что связано с Борисом Немцовым, потому что, конечно, в семье этого человека и произошло огромное несчастье, да? И это вот вообще любое обсуждение, мне кажется, горем для его семьи. И на этом все. Если убрать фигуру господина Немцова вообще, ну потому что это нельзя это обсуждать, это вообще нельзя обсуждать. Это вообще личное дело его семьи, что кому говорить. Один из моих знакомых поэтов сказал классно. Говорит, тот политик, о котором говорят после смерти, это значит тот политик, который при жизни для людей простых ничего не сделал. И, соответственно, на его имени, как бы он ни жил, люди могут дальше пытаться сделать какие-то шаги, ну, может быть, неправильные, нечестные. Но я считаю, что это вообще нечестно, несправедливо, неправильно по отношению к его семье.